Всем привет, с вами Гимлот, и я продолжаю играть в игрушку Майнкрафт. Напомню, что мы в поисках портала в Эндермир нашли какие-то останки пещеры. Как выяснилось, что пещера развалена частично, но я надеюсь, что до комнаты я смогу добраться по еще уцелевшим коридорам. Здесь где-то смеется бабка, и, по-моему, их там уже две. Так, лучники. Когда-то тут были лучники. Так. Тволоть! Подожди, там тупик, что ли? О, печалька. Так, ладно. А как мне туда зайти? Видимо, никак. Нужна кнопка. Кнопки у меня с собой нету. Блин, я не хочу это эти камни с трещинами ломать. Так, во-первых, сюда факел. А, так я могу решетку сломать. Сюда факел. Нет. О. Восстановили, как было. А может быть, пригодится. Может быть, и нет. Так, лучник. Можно я тебя как-то... Скотина. А нет, смотрите, там еще есть завиток. Значит, надежда есть, что я найду. Чё, там еще кто-то громыхает? Так, нужно потушить. Скелеты сейчас одни из самых неприятных. Твою ж. Ты идешь сюда, нет? Ах ты, ублюдок. Ой, блин. Он может еще сам себя, конечно, убивать. Ай. Эх, да. Потому что опять две двери. Какую мне идти? Мне кажется, я все-таки не в той части подземелья. Ну, здесь есть сундук. Кирка. Штанишки, хлебушек. Такой набор юного... Как его? Юного копателя, юного майнкрафтера. Так, закроем эту дверь. Что у нас здесь? Так. О. А это... Бабка, иди в задницу. Сидит там, хокает. Так, там дверь-то я закрыл. Это у нас, по-моему, сокровищница. Или это что-то иное. Нет, это сокровищница. Бабка наверху, что ли? Ha ha!
Я надеюсь, он не выйдет. Мистер Крипер, вы извините, но вы заперты. В избежании несчастных случаев. Все для вашей же пользы. Да, мистер Крипер. Бабки. Помню, мы должны найти комнату с фонтаном. И от нее уже можно... Блин. Вот от комнаты с фонтаном можно там уже найти и, собственно, саму нужную искомую нам комнату с порталом. А здесь, конечно, приятно, что мы нашли. Сокровищницу. Мистер Крипера. И двух смеющихся бабок. Подожди, там никого нет? Сверху где-то, значит. Хлеб? Вы что там, все сожрали, что ли, бабки? Сокровищница называется. Ага. Видали мы такие сокровищницы. Так, уголь, которым я обычно пользуюсь, заканчивается. И чё это получается? Нету. Правильного прохода. Где-то его либо закопало, либо он разрушен. Так. То мне кажется, что я сейчас просто прокопал короткий путь. А может быть, это что-то новое. Чё? Потолок? Нет. Это новое. Так. Это получается где-то вот здесь дверь. Ой, тут чешуйница была. Черт. О! Во, кажется... Баны бабки. Бабки, спасибо вам. Бабки, ты что? Да-да-да, именно так. И что? Так, надо сделать... А, блин, зачем? У меня же вот кирка. Отлично, бабки подсказали путь. Бабки шикарные. Оказывается, все это время мне нужно было пойти просто вот сюда. Так, сделаем. Красиво. Вот так. Потрескивающий каменный кирпич. Вроде бы нам вон туда. Ага. Бабка. Одна бабка.
Фига ты там голосишь на все лады. А, нет, это библиотека. Так, я слышу чешуницу. Возможно, мы уже близко. А может быть и нет. Слышу бульканье. Блин, очень клёвая библиотека. Ладно, я её закрою на потом. И... Мне кажется, мне не туда. Я вот здесь слышал бульканье. Вот! Вот она комната, отлично! А, только вот надо спаунер сломать успеть. Банзай! Есть. Так, ну это да, это глюк в текстурах. Почему, кстати? Остальные булыжники нормально. Нифига себе, ни одного камня нету. Ни одного ока. Такого еще не было. Обычно минимум одно было хотя бы. Так, я тут так ворвался. Хорошо, нашли то, что хотели. И это замечательно. Теперь тут хорошо бы... Иди в задницу, там все ожили. Я вроде... В безопасности должен быть. Тут дверь. Дверь. Здесь сейчас. Сейчас освещу. Вот так. Так что они где-то там шляются. По-моему, наверное, там каньон. Почему-то такой камешек. Все камушки как камушки, а вот этот камушек, наверное, из-за тени. Как-то она не легла на него. А если я вот... Ну ладно. Бывает. Косячки надо будет поправить. Что-то подумать, придумать. Ну вот и отлично. Главная задача выполнена. Что у нас там? Неизведанная. Дверь. Чё-то вообще стрёмно. Я быстренько возьму этот ящичек, чтоб никто не видел. И пойду от вас. Оп. Ёлки-палки, что-то пещера какая-то, крепость больше, чем я предполагал. Ладно, оно и к лучшему. Еще есть куда побродить.
Тут че, мышь, залетай уже или уходи. И без тебя страшно. Так, здесь чего? Спуск. Еще одна библиотека. Еще одна тюрьма. Ну, в общем, это будет моим вторым домиком, я думаю. Почему бы и нет? Эй! Was ist das, Ганс? А где кнопка? Ну ладно. Ух, здесь еще бродить и бродить. До свидания. До свидания. Ладно, все, все, все. Я ухожу, я понял. А, единственное. Так, вот здесь у меня как бы пометить-то. Мол, мне сюда. О, бабка еще. Здесь можно, в принципе, комнату для склада сделать. Ну, в общем, не, недалеко получается. Сюда и сюда. Так вот, таблички у меня нет. Ладно, вспомню, разберусь. Хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Я надеюсь. Так. Так, здесь все. Так, ту паутину я пока трогать не буду тогда. Хорошо, здесь факела были, в принципе, более-менее хорошо. О, а вот и сундучок. Отлично. Блин, шикарная библиотека. Опять тут в дверь стучится. Чё-то у нас книга и гибель насекомых. Отлично. Все хорошо. На всякий случай я все равно загоражу, потому что там слишком много охов-вздохов. Там, понятно. Ух. Теперь остается вернуться домой уже и
решить, как сюда побыстрее добираться, куда чего копать, где чего доисследовать и т.д. и т.п. Ну, неплохо затарились заодно всяким хламом. Ну что ж, на этом я тогда закончу, скажу вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, хватит стучаться в дверь, рассказывайте о канале друзьям и увидимся в следующих видео.